Галина Николаевна – человек, который прожил долгую и непростую жизнь. Более 50 лет она посвятила преподаванию в Щелковском химико-механическом техникуме, который сейчас именуют Щелковским колледжем. Отмечая свой солидный юбилей, женщина с теплотой вспоминает о своих учениках и говорит, что до сих пор с некоторыми из них поддерживает связь. Ну а как иначе, ведь педагог – это в крови, и кому, как незаслуженному учителю Российской Федерации, об этом знать? В каждом периоде жизни иметь какую-то цель. И к ней стремится. Молодой человек имеет одну цель. Когда он становится старше, она несколько другая. Но бесцельная жизнь, она очень грустна. И она, по-моему, сокращает годы. А жизнь с какой-то целью, ради чего? Ради воспитания детей, ради, может быть, своих достижений в труде, в искусстве. Ну, кто к чему. Природой больше как бы приспособлен. Заглянул в гости, чтобы поздравить именинницу с 95-летием заместитель главы администрации городского округа Щелково Денис Автоменко. Он вручил подарки от президента России, губернатора Московской области и Щелковского управления социальной защиты населения. Поэтому разрешите вас вначале поздравить от имени президента. Спасибо. Это личное поздравление. Небольшой подарок вручить вам. Давайте я поставлю, чтобы не держать. Я сюда буду. Это, да, это от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Спасибо. И небольшой поздравительный адрес от Сергея Викторовича Горелова, исполняющего полномочия главы. Спасибо. И, конечно же, букет для вас. Спасибо. Здоровья, спокойствия, удачи, чтобы вас родные только радовали и никогда не огорчали. Спасибо. Мы тоже, в свою очередь, поздравляем Галину Николаевну с днем рождения. Желаем ей здоровья и еще долгих лет жизни. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».